десятый день осени. И это 10 сентября. В Москве 6 часов 45 минут. А за окошком... Настоящая осень. Пасмурно. Осадков нет. И только это спасает Москву. День сегодня будет пасмурным. Возможно, где-то небольшие дожди. Как видите, деревья превращаются в золото. Поэтому, друзья мои, день сегодня пасмурный. Солнце, возможно, будет позже. Всех с днем города. Поэтому поздравляю. Вот, друзья мои, 10 сентября продолжается. В Москве 8 часов и 15 минут. За окошком вы уже наблюдаете, как сила мысли работает. Солнце светит. В тучах, в облаках. Прохладное утро продолжается. В честь праздника я не мог применить и оставить небо пасмурным. Сила мысли, магия мысли творит чудеса. И я мыслю, сдавливаю пасмурность, и она делает свои чудеса. День будет вам сегодня солнечный, как я вчера обещал, потому что настроение у меня отличное. 0,1,6. Комбинация, которую я рассчитал, она принесла мне и подняла настроение, победу. Поэтому сегодня, в честь Дня города, я не мог остаться в стороне. Это заслуга пока моя. Самолетов никаких в небе не было и нет. Поэтому, друзья мои, только сила мысли делает этот праздник для вас солнечным и без осадков. Здоровья всем, мира, добра. Берегите себя. День города. День города. В Москве 9 утра. А за окошком смотрите, как от силы мысли и взгляда все разошлось. Мы видим солнце, голубое небо. И это не самолеты. Друзья мои, это не самолеты. Это работаю я своей магической мыслью. Магическая мысль. И вот оно, солнце. Солнце сегодняшнего дня. Здесь нет никаких самолетов. Друзья мои, это сила мысли, потому что я не могу испортить праздник москвичам. Как видите, только надо мною синее небо, безоблачное. Все тучи уходят, в никуда. Здоровья всем, мира, добра, с праздником вас, друзья! Итак, вечером звезды и салют, праздничный салют на синем небе, звездном голубом. Прохладная осень 16-го года продолжается, и она солнечная. С праздником, друзья мои! Это сегодня! Сегодня, вы не поверите, но сегодня 10
10 сентября. Вот сидит голубка на проводе. На улице пасмурно. Никто не разгоняет тучи, кроме моих мыслей. Для вас я делаю на ваших глазах солнце. Обратите внимание, сейчас оно появится. А все лишь потому, что случилось то, что должно было случиться. Вот видите, сила мысли раздвигает пасмурность, и появляется солнце. И все лишь потому, что я выиграл. Вот оно, солнце от силы мысли. А вот он, счастливый билет. Друзья мои, вот он, счастливый билет. Открыв вам солнце, я вам хочу сказать, что осадки будут только там, где меня не будет. Но там, где я, будет светить только солнце. А я пошел получать выигрыш по своему выигрышному билету. Вот он, тонкий расчет, комбинация 016. И я пошел получать выигрыш. При солнце и с хорошей пасмурной, прохладной осенней погодке. Не нарушайте правила уличного движения. Не ходите там, где не положено. Это опасно для жизни. А мы идем получать свой выигрыш. Выигрыш за комбинацию 016. За 3000, поставив на 50 тиражей, тонкий расчет и победа в кармане. Ну что, с праздником вас я поздравляю. В честь праздника я все-таки выиграл на комбинации, которую рассчитал. Проверьте, пожалуйста, билет. Я вам все написал. Вот. Сейчас вот отсюда выйдет птичка. Вот отсюда выйдет квитанция, друзья мои. Где-то вот тут в аппарате, из аппарата. Вот тут. Вот. Ну как, есть выигрыш? Да, у вас выигрыш 17500. О, а вы говорите, мы не выиграли. Мы знаем, что мы выиграли. Код вот написан 4858. И вот, друзья мои, сейчас выйдет птичка. Долгожданный 17500. Вот он, чек. Все по-честному. Честный репортаж от суперигрока. Вот так, они, 17000. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо вам большое. Большое вам спасибо. Выигрывайте вот еще. Они, 5000, 5 и 5. Это 15, 16, 17, 17500. Вот так, друзья мои, надо играть и выигрывать. Ну вот она, победа за комбинацию 016. Не пожалев 3000, мы приобрели 17500. Вот так, друзья мои, надо верить в удачу, тонкий расчет, хладнокровие и победа у вас. Играют только взрослые. Детям играть категорически запрещено. Только взрослым. Желаю вам всем удачи, с праздником вас. Ну, а на улице продолжается пасмурная погода. Вот она. Ну, вот так. Встретили мы праздник. Получили выигрыш. Но это еще не последний выигрыш. Эта комбинация вышла в 5.25. Вот она, пасмурность сегодняшнего дня. Обещали разгонять. Как видите, друзья мои, открываю вам тайну. Никто не разгоняет эту пасмурность, потому что я ее контролирую. Они не разгоняют. Дождь будет там, где не будет меня. Ну, и все-таки я вас поздравляю с праздником. Но это не последняя победа за сегодняшний день. Я также уже хочу вам сказать, что я поставил комбинацию 869. Это праздник Москвы 869. Ну, они, конечно, как всегда, перевернули
и дали 6,8,9. Я также выиграл 2500. И комбинация 4,1,5 принесла мне тоже в удачу. Поставил я за 600 рублей на 10 тиражей и выиграл. Выиграл в честь праздника. Поэтому, друзья мои, ради вас я держу небо и разгоняю пасмурность. Там, где я, как видите, дождя нету. Вот я оттуда пришел, как видите, синева на месте. Здоровья всем, мира и добра. Удачи вам. А главное, веры в себя. Вот я и в Лужниках. Друзья мои, солнце светит. Вот он, концертный зал. Россия. Над Россией, как всегда, голубое небо. Вот они, депутаты нашей страны. А где Зюганов, товарищи? Скажите, пожалуйста. Уже концерт дает. Нет, а если серьезно, я забыл, как вас зовут-то? Я Колдун Кулебякин. Видите, солнце тучи разогнал здесь. Меня Зюганов пригласил специально. Ну, похож вообще. Прибывает и прибывает, и все идут на концерт. А в это время здесь светит солнце. Солнце сегодняшнего дня. Друзья мои, и это все по-честному. Концертный зал «Россия», который был когда-то около Красной площади. И вот его перенесли сюда, и 100 лет я не был здесь, и вот я приехал на этот концерт. На сябры. А народ идет и идет, хромает и хромает, и всех с праздником поздравляют. Итак, друзья мои, вечером звезды и салют. Концертный зал «Россия». Это сегодня, 10 сентября. И как я говорил, там, где я, то синее небо. Солнце светит, сверкает, солнечно. Вот она, тень, магическая тень. Вон оно, солнце, которое светит и радует. Уходящее солнце сегодняшнего дня. Это 10 сентября. Итак, скоро концерт. Вот он, концертный зал «Россия». И я приехал по приглашению. Как видите, народ собирается. А небо, как всегда, синее надо мной. И даже солнце уходящее светит в конце. Итак, сейчас придут друзья, и мы пойдем на замечательный концерт «Сябры». Ну вот я внутри, и рядом со мной стоит Геннадий Андреевич. Поэтому вы всегда, Геннадий Андреевич, лучший из лучших. И мы вас любим и слушаемся. Геннадий Андреевич, будем всегда с вами. Я очень рад, что мы встретились. Я давно мечтал рядом с вами поставить. Помните, мы с вами когда-то были на Градской площади? Вот. Я хочу вам пожелать, чтобы выборы прошли успешно. Спасибо. Вы меня знаете, волшебник Кулебякин. Спасибо. Вот. Ездил на армию 2016, там разогнал все тучи. И, как видите, здесь тоже ладно, я тучи. Ладно, чтоб сегодня тут был. Да, это можно с вами сфотографировать? Давайте, нажимайте вот так. О, отлично. Извиняюсь. Вот сюда. Личное фото с самим Зюгановым. Хорошо. Геннадием Андреевичем. Спасибо. Удачи вам и успехов. Спасибо. Я уже в зале. Это концертный зал «Россия». Только что сейчас я пообщался с самим Зюгановым, Геннадием Андреевичем. Поэтому народ
присаживается, садится на свои места, и скоро начнется концерт. Концерт группы «Сибры». Всем желаю здоровья, счастья, удачи, мира, добра. Завтра обязательно будет солнце, как я проснусь. Итак, до концерта остается всего считанные минуты. И мы в концертном зале «Россия». Зал почти полон. Полон зал. И сейчас начнется концерт. Концерт «Сибры». Начинается мероприятие. Часть концерта.
На сцену приглашается председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов. Дорогие товарищи и друзья, наши любимые сибры, здесь, в Лужниках, в этом уникальном зале, мы сегодня проводим вечер дружбы в день рождения нашей любимой столицы, города Москвы. Мы проводим ее накануне двух великих партийных кампаний. Завтра в Белоруссии пройдут парламентские выборы, где наши друзья и товарищи по Союзу Компартии выставили талантливую команду, которая предлагает вместе с нами программу возрождения нашей дружбы и нашего братства. Великий русский народ, великороссы, малороссы, белоросы своей историей сделали гениальное открытие. Они изобрели государство от Бреста до Тихого океана, страну в 10 часовых поясов, объединив 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, ни одного языка, ни одной культуры. Но самых высоких космических далей мы достигли во времена Советского Союза. Именно советская власть, власть трудящихся, власть народа всем доказала и показала, что может страна быть самой передовой. Мы впервые в истории стали лучшей научной, первой космической и самой храброй державой. Мы сумели освободить мир и нашу планету от фашизма, но самые высокие жертвы в эту победу нес братский, белорусский и русский народы. Я хочу поблагодарить белорусов, которые всегда приезжали к нам своей великолепной музыкой, чудной песней. И вы сегодня увидите настоящую духовную сокровищницу тех, кто вместе с нами всегда ковал общее трудовое народное счастье. Давайте поприветствуем ансамбль «Сибры», которому исполнилось 40 лет. Давайте пожелаем этому коллективу новых творческих успехов. Я хочу от имени нашего избирательного объединения Народно-патриотического союза заявить, для нас было и остается главной целью собирания порушенного союзного отечества во имя советской власти, во имя социализма, во имя народа, всех трудовых народов нашей державы. Для всех нас было и остается главным вывести страну из тяжелого кризиса. Сегодня последствия разрушения единого союзного государства вы видите воочию. Матери городов русских Киева правят нацисты, бандеровцы под руководством ЦРУшников, которые расстреливают трудолюбивый и храбрый Донбасс. Вы видите, как натовцы шастают по странам Прибалтики в 3-4 километрах от наших границ. Вы чувствуете, как американские глобалисты хотят взять нас клещи, выдавливая с рынков Европы и не пуская на рынки Азии. Но мы всегда выходили мужественно, с достоинством из всех тягот и испытаний. За 100 лет было 6 санкций против нашей державы, но мы всегда выходили более храбрыми, более мужественными, более сильными и более достойными. Мы предложили цельную программу вывода страны из кризиса, смысл которой, чтобы все недра, все наши богатства служили каждому трудящемуся, каждому человеку, чтобы каждому было выгодно учиться, изобретать и работать, а не пьянствовать и воровать. Мы все сделаем, чтобы восстановить народную власть, чтобы советская власть укреплялась на всех пространствах нашей бывшей общей родины. Да здравствует дружба, да здравствует братство, да здравствует социализм. Ура! Ура! Ура!
концерт начался. Но я не унывал. Если падал, то опять вставал.
пробовал сараться и понял кое-что. Оседлал волну, но хлебнул пены. Очень многие вещи сильно изменились, но остаются и те, что неизменны. Я уважаю старших, уважаю себя за свои слова. Беру и делаю. Врубаешься. Возьму до конца начатое. Врубаешься. Спасибо большое за музыку, спасибо большое за пение. И спасибо за радость, которую вы всегда дарите зрителю. Спасибо. С праздником! Спасибо. Еще когда он совсем был маленьким мальчиком. И вообще, как он двигался, как он продвигался. Теперь он стал победителем Славянского базара и многих других конкурсов. Сейчас он уже педагог, но это великолепный артист. Великолепный артист. Встречайте. Для вас поет свою песню Петр Елфимов.
Сейчас еще одна песня вот из того альбома, за которым лучше еще раз. Ну что, поем? Поем! Вот так вот и бойся. Там такие простые слова. Бойся! Вы шумите, шумите, надо мною березы. Колышите, люляйте свой напев вековый.
Вот так ездили через много лет. Шумите, шумите надо мною березы, осыпайте, милуйте тихой лаской землю, а я лягу, прилягу край гостинца старого, я осторожился трохи, я хвилинку посплю, а я лягу, прилягу край гостинца старого, я осторожился трохи, я хвилинку посплю. Замечательным юбилеем. И хочу вот что сказать. Вы видите аншлаг, концертный зал «Россия». «Россия» – концертный зал. Белорусский коллектив «Себры» собрали полный аншлаг в концертном зале «Россия». И это говорит о многом. Значит, мы и в горести, и в праздниках были, есть и будем вместе. Вот так. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что приехали на наш праздник. Он же какой-то праздник. Без тебя. Yeah.
Спасибо! Спасибо!
Олеся, Олеся, останься со мною, Олеся. Как сказка, как чудо, как песня. Боясь, что вернутся морозы, заплачет во время березы. Олеся к ветвям прикоснется, косая слеза обернется. Кричат, как птицы кричат под небесьем. Олеся, 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 останься со мною, Олеся. Как чудо, как песня. Отряд строителей русские, украинцы, белорусы, где работали дружно на главном объекте. Мы показали всем пример, что даже в это время, сложное, ответственное, можно вместе сообща прекрасно трудиться, петь лучшие песни и дружить. Концертный зал России. С этим чудным ансамблем нас связывают многие годы. Наша партия «Патриотический союз» не раз проводила в Белоруссии свои мероприятия. Мы поддерживали батьку Лукашенко. Мы все сделали для того, чтобы их машиностроительный комплекс, наука и образование были сохранены и приумножены. Сегодня братская Белоруссия лучше всех трудится. Там существует. Я вижу небо и солнце. Я слышу птиц голоса. Снова музыка льется, замирает душа и летит в небеса. Еще я вижу рассветы, что приходят.
Я тебе желаю успехов дальнейших. В этой жизни ты достигла многое. С тех пор, когда я тебя увидел лет 40 тому назад, ты была совсем молодая. Но ты стала такая суперзвезда. Привет всей Белоруссии от волшебника Кулебякина. Не забывай, когда видишь солнце, это значит, я и над Белоруссией разгоняю пасмурные тучи. Потому что сегодня, в честь Дня города, я не удержался. Я пришел... И я знал, что ты будешь стоять рядом со мною. И я очень благодарен судьбе, что она свела нас с тобою, и что мы с тобою стоим рядышком, и ты довольна, что мы с тобой встретились спустя 45 лет. Спасибо. Здоровья, счастья тебе и удачи. Спасибо. Ни пуха, ни пера. Бай. Спасибо. Ой, какая радость. Сама Олеся поцеловала волшебника Кулебякина. Ну, желаю счастья, любви Спасибо. И успехов. Спасибо. Ну вот, и закончился концерт в киноконцертном зале «Россия». Надо мною, как всегда, звездное небо и синие облака. Завтра обязательно будет солнце, но это будет завтра, 11 сентября. Здоровья вам, мира и добра. Концерт был отличным. Где мы завтра будем? Дождик привожу в пустыню я. Солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Ты идешь, идешь по январю, холодно следы, как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Мчатся годы, чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Жалеть для друга ничего, думать о других немножко тоже. Вот мое простое волшебство. Может быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю. Просто я работаю волшебником. Волшебником. Волшебником.
волшебника, волшебника.